Приветствую вас во второй части вязания пинеток машинок. Мы сейчас провязали подошву, боковую часть. У нас уже готово. Нам сейчас нужно приступить к вывязыванию мыска. Мы сейчас снова берем нашу табличку, которую я вам показывала. И нам нужно вот эти средние 13 петелек как бы оставить серединой мыска. То есть будем считать, что это наша вторая часть по вязанию. Мы сейчас делим таким образом наше вязание. 7 плюс накид это 8 петелечек, плюс 21 это 29, и плюс еще одна прибавочка накид это 30. То есть первая часть наша будет 30 петелек, вторая часть будет 13 петелек мысок, и третья часть тоже будет идентичная первой части 30 петелек. То есть 21 плюс 2 накида это 23, и 7 это 30 петелек. Смотрите, мы сейчас провяжем первую часть нашу, то есть 30 петелек, лицевыми петлями. Кромочную снимаем, затем вяжем. Кромочная тоже считается за петельку, поэтому у нас уже 2, 3. Все вяжем лицевой, как обычно, то есть платочной нашей вязкой. Итак, 2, 4, 6 я провязала, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29. И сейчас 30-ю с первой части и первую со второй части, то есть из 13 наших петелек, мы провязываем за переднюю стеночку 2 вместе лицевой. Итак, получается у нас со второй части... Мы провязали первую лицевыми. И со второй части провязана у нас уже 2 вместе первая лицевая. Теперь смотрите, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мы провязали 12 средних, учитывая то, что из них первая была 2 вместе с последней из 30. Теперь 13-ю мы провязываем также вместе с первой из 32-х, ну то есть вот этой третьей части, вторых 30. Провязываем также вместе. То есть смотрите, мы провязали 29 лицевых, 30-ю и первую мы провязали вместе, вторую, третью, четвертую и так далее до 12-й провязали лицевыми, и 13-ю вместе с первой провязали тоже вместе. Третью часть мы не провязываем, а просто разворачиваем наше вязание. Первую, ту, где мы провязали последнюю 2 вместе, мы просто снимаем и будем ее считать как за кромочную. Мы будем ее просто снимать, не провязываем. Так как у нас платочная вязка, то с изнаночной стороны у нас также все петельки лицевые будут. То есть 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 13-ю мы снова провязываем с первой из, получается, уже 29, но с изнаночной стороны мы провязываем изнаночной. То есть 2 петельки 13-ю и первую с вот этой стороны, 29-ю, как бы, ну, мы будем считать первую. Провязываем вместе, но изнаночной. Разворачиваем вязание. Для тех, кто вяжет пяточку у носочка, будет легко и понятно. Здесь как пяточка вывязывается. То есть теперь смотрите. Снова первую мы ее снимаем, не провязывая. Будет как кромочная и первая считаться. Дальше вяжем. Вторая, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь снова 13-ю провязываем вместе с первой, вместе, лицевой. Смотрите, у нас всегда посерединке должно быть 13 петелек. Пересчитайте. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. А с боковых сторон у нас постепенно будет уменьшаться. То есть мы то в начале будем, простите, то в конце с лицевой стороны будем сокращать, то в конце с изнаночной стороны. Но запомните главный принцип. С лицевой стороны
мы сокращаем лицевой петель. С изнаночной стороны мы сокращаем лишь изнаночные петельки для того, чтобы у нас с лицевой стороны ложилась очень гладенькая, красивенькая косичка. Вы сейчас увидите, о чем я говорю. Разворачиваете вязание на изнаночную сторону. Первую снимаете. Затем вяжем 12, получается, всего лицевых. То есть первая считается, значит 11 лицевых. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 13 и 1 провязываем снова вместе изнаночной. Не довязываем до конца наше вязание, разворачиваем. С этой стороны, с лицевой, тоже первую кромочную снимаем, не провязывая. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13-ю провязываем с первой снова, с первой боковой вместе, но лицевой. То есть смотрите, не считая, если вот этих кромочных, которые мы постепенно вяжем вместе, у нас посерединке всего лишь 11 петель, которые мы постоянно вяжем лицевыми. А первую и 13-ю мы всегда, видите, вот они у нас идут с косичками, сокращение делаем. Как бы вывязывается капотик наш. Итак, разворачиваем и снова вяжем. Первую кромочную снимаем, но она у нас считается за провязанную петельку. Теперь вторая. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 с первой вяжется вместе изнаночной. Не довязываем, разворачиваем. Первую кромочную снимаете. Она у нас считается за провязанную петельку. Теперь вторая, третья, четвертая, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13-я снова у нас вместе лицевой за заднюю стеночку. Таким образом, смотрите, у нас получается вот вывязывается капотик. Причем очень красивенько идет благодаря тому, что мы сокращаем с лицевой стороны на лицевой стороне, лицевыми петлями с лицевой стороны и изнаночными петлями с изнаночной стороны. Благодаря этому у нас получается все очень аккуратненько и гладенько. Снова первую провязанную снимаем, затем вторая, третья, четвертая, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 вместе с первой. Изнаночные сокращаем, 2 вместе провязываем. Таким образом, смотрите, постепенно-постепенно у нас вывязывается мысочек. Таким образом, вам нужно сокращать каждую 13-ю с лицевой стороны, лицевой вместе с первой, а с изнаночной стороны 13-ю вместе с первой изнаночной уже провязывать. Таким образом, смотрите, вы сокращаете, провязываете вот это вот до тех пор, пока у вас на правой спице не останется 20 петель, а на левой 21 петелька должна быть, не считая вот этих 13 провязанных мыска, с этой стороны 21 петелька. Так скажем, такая разница получается, ну, как бы из-за того, что мы сокращаем постепенно по одной и как бы не получится, чтобы с обеих сторон получилось одинаковое количество петель. Ну, то есть это такой дефектик небольшой, скажем, я пока, честно говоря, ну, не знаю, как его убрать, но мы его по ходу вязания уберем, вяжем. Ну, то есть не переживайте, он вяжется. И здесь как бы не будет каких-то расхождений, все будет ровненько, красивенько и гладенько. Итак, продолжайте сокращать вот этот мысочек до момента 20 и 21 петель. И мы с вами продолжим. И вот мы сделали последнее сокращение с изнаночной стороны. У нас ниточка должна остаться между первой и второй частью, то есть между мыском и первой частью. Смотрите, теперь получилось так, что у нас с этой стороны провязаны лицевые. С этой стороны у нас закончен ряд изнаночными. Что мы делаем? Смотрите, ниточку вот эту оставляем
ни в коем случае не обрежьте ее. И берем нашу беленькую ниточку, только я взяла в двойную, потому что у нас все вязание в принципе в двойную, я решила тоже в двойную и белую взять, чтобы было более так красиво. Теперь присоединяем ее. Я просто как бы сначала вот так как бы ее прикрепляю, так вот лицевой петелькой, но в итоге потом я ее закреплю. И провязываем, начиная с вот этой нашей первой из 13 петелек, продолжаем вязать все 13 лицевой белым цветом. То есть вот получается 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. У вас должны провязаны 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 петелек, провязанные лицевыми белым цветом. Разворачиваете вязание, не довязываете. И продолжаете. Белый цвет, вот этот вот, получается, первую кромочную снимаете. И продолжаете лицевой вязать. Это у нас уже получается второй ряд лицевыми белыми. Теперь, довязав до конца, вот. Я всегда вот эту, в принципе, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Она будет у нас считаться кромочной, поэтому я ее провязываю изнаночной. Ниточки будут путаться, вы смотрите аккуратненько, потому что, ну, потом будет вам тяжело их распутать. Теперь получается третий ряд. Кромочную снимаем. Это получается третий ряд. Затем вернете четвертый ряд, пятый, шестой, седьмой и восьмой. В общем, таким образом мы провязали 3 ряда. Нам нужно довязать, чтобы было 8 рядочков. То есть провяжите еще 5 рядочков лицевыми петельками, платочной вязкой. Довязали 8 ряд. В 9 ряду нам нужно первые 2 провязать вместе лицевой. Затем вяжем средние снова наши 11 петелек, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Получается, мы сократили в начале, 2 петельки вместе провязали лицевой, провязали средние петельки, и 2 последние тоже провязать нужно лицевой вместе. Или изнаночной, как хотите, в принципе. Просто сократить по 2 петельки по краям. У нас осталось сейчас 2, 4, 6, 8, 10, 11 петель. Разворачиваем наше вязание. Первую, как бы кромочную нашу, снимаем непровязанной. Продолжаем дальше провязывать лицевыми. Как бы изнаночную сторону мы не будем сокращать. Просто провязывайте лицевыми. Последнюю я снова кромочную провяжу изнаночную. Мне, честно говоря, так удобно провязывать последнюю изнаночную, а первую снимать. И в этом ряду получается уже наш 10-й ряд. Как? 11-й ряд. Вот. Получается снова первые 2 провязываем вместе лицевой. Средние провязываем просто, без прибавлений, убавлений и так далее. И последние 2 тоже сокращаем. Провязываем 2 вместе. И у нас осталось 9 петель. Мы разворачиваем на изнаночную сторону. И провязываем 9 петелек. Первую снимаем. Остальные лицевыми. Таким образом вам нужно закрепить сейчас белую ниточку. Вы ее сейчас обрежете и закрепите просто вот где-то вот здесь вот сверху, может, узелочком, как вам будет удобно. И будем мы сейчас набирать вот этой ниточкой, продолжать наше вязание. После того, как закрепили ниточки, берем крючок и набираем с боковой стеночки 6 петель. Смотрите, я первую петельку набираю вот здесь вот из 2 провязанных последних. Вот так вот. Из нашего последнего, так сказать, сокращения. Для того, чтобы не было вот здесь вот между
как бы между спицами дырочки. То есть вот последнее сокращение я беру в него, ввожу. Вот так вот. Это у нас первая петелька. Затем вводите боковые стеночки. Еще нужно набрать 5 петелек. Вот у нас косичка это наша. Мы в нее вводим 2, 3, 4, 5. Немножечко неудобно, я думаю, будет и вам, но постарайтесь. 5. И вот последняя 6. То есть вам с боковой стеночки нужно набрать всего 6. Если вы набирали, как я, с вот этой вот петельки, то есть между спицами, то здесь вам на боковой стеночке нужно набрать 5 петелек. Итак, 6 наших петелек набраны. Теперь продолжаем наши вот эти петельки 9. Провязать нужно лицевой основным цветом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И с этой стороны точно так же вам нужно набрать 6 петелек. Визуально подумайте, где вы их будете вводить, при том, что здесь будет у вас шестая. То есть вам на стеночке нужно распределить 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вот где-то здесь я введу первую. Вторая. Просто в косичке где-то вот думайте, где у вас так визуально можете себе представить, где набрать. Третья. Четвертая. Пятая и шестая я снова буду здесь вот провязывать таким образом. Смотрите, последнюю вот эту петелечку, из которой у вас вывязана белая, вот так вот оденьте. Вот смотрите, у вас провязано последнее сокращение. В эту петельку оденьте на спицу и провяжите две вместе. Получается, вы сейчас провяжете, как бы еще одно сделаете сокращение. При том, что помните, у нас здесь оставалось 21 петелька. С этой стороны 20. То есть таким образом, если вы вернули петельку и провязали вместе с первой боковой, мы сократили еще одну петельку. И здесь как бы в принципе не будет у вас никаких дырочек вот здесь вот. То есть если вы провяжете вместе, у вас не будет дырочек. И довязываем основным цветом ряд до конца лицевыми. То есть вы поняли, да? Мы, получается, здесь у нас перед нашим окошечком у нас было 20 петелек, 13 мысов и 21 петелька. Таким образом мы сократили эту 21 петельку, чтобы у нас стеночки ровные были, аккуратные, одинаковые. Мы провязали полностью лицевые все петельки в этом ряду. Мы сначала провязали лицевыми до момента мыска, вывязали мысок. И здесь, получается, довязали как бы лицевыми, донабирали петельки. Будем считать, что это первый ряд лицевой. Всего последнюю кромочную провязывайте изнаночной. Первую снимаете, не провязываете. Нам нужно сейчас всего провязать лицевой уже теперь гладью. То есть мы провязали здесь последний ряд лицевыми. Нам нужно с этой стороны вязать изнаночными все. То есть лицевой гладью мы сейчас будем заканчивать нашу машинку. Провязываем все полностью петельки изнаночные. И лицевой глади нам нужно провязать также 8 рядочков. То есть сейчас мы вяжем второй. Еще провяжете лицевой третий, изнаночный четвертый и так далее. Вы должны провязать 8 рядочков. Вот мы провязали 8 рядочков лицевой глади. И теперь нам нужно закончить. Первую кромочную снимаем, вторую лицевую, так и провязываем лицевой. Затем кромочную одеваем на лицевую. Теперь снова лицевая, одеваем вот так вот протяжками. Снова лицевая, протяжка, лицевая, протяжка, лицевая, протяжка. Таким образом нам нужно лицевыми протяжками закончить наше вязание. Вот так вот. Получается вот такая аккуратненькая косичка.
Вот я сделала последнюю протяжку, теперь отлаживаем спицы в сторону и берем крючок. Вот так вот поворачиваем к себе как бы две стороны вот эти вот. И где у нас лицевая гладь, лицевая сторона, мы сшиваем вот эти две части. Смотрите, каким образом. У нас последняя петелечка на крючке, мы захватываем с другой стороны вот так вот петелечку и продеваем ее через две. Теперь снова с этой стороны захватываем петелечку, с этой стороны как бы последние наши кромочные. И снова вот такой протяжечкой сшиваем как бы. Хотите, возьмите просто нитку, иголку, шейте. Ну, честно говоря, мне так и проще, и, наверное, быстрее даже. В общем, сшиваете вот эти две части. Я как бы в одну стеночку, во вторую стеночку, в кромочные. Потом петелечку протягиваю и снова вот так вот протяжечка. Как бы соединительными такими столбиками делаю. И вот последнее мое сшивание с этой стороны, так сказать, с лицевой, будет вот здесь. Смотрите, сшить нужно только вот эту лицевую нашу гладь. Вот, то есть только вот эту часть. С изнаночной стороны у нас должно получиться все довольно-таки аккуратненько. Теперь что мы делаем? Мы выворачиваем на изнаночную сторону полностью нашу машинку. То есть вот на изнаночную сторону. И точно так же протягиваем нашу ниточку на изнаночную сторону. Теперь я как бы не буду, в принципе, моточки можно продеть. Вот я буду продевать, наверное. Мне так даже, наверное, проще, честно говоря. Вот. После того, как вы продели вот так вот ниточки на изнаночную сторону, берем нашу петельку последнюю, которую мы вшивали, и одеваем на крючок. Выворачиваем на изнаночную сторону и бросаем одну нитку. Я, например, буду бросать коричневую. Хотите, оставьте коричневую. Я буду сшивать просто одной петелечкой. Ой, одной ниточкой, простите, одну ниточку. Теперь, что я делаю? Точно так же. С изнаночной стороны в обе стеночки кромочные я вдеваю вот так вот петельку, делаю крючок и петельку продеваю сквозь друг дружку. Как бы соединительными столбиками такими делаю. Вот смотрите. В одну стеночку ввожу крючок и во вторую. Захватываю ниточку, продеваю, делаю петелечку. У вас две петелечки на крючке. И одну сквозь вторую так вот продеваю. Снова в одну стеночку, во вторую стеночку, сквозь петельку. В одну стеночку, во вторую стеночку, сквозь петелечку. В одну стеночку, во вторую стеночку, сквозь петелечку. Почему я делаю в одинарную ниточку? Потому что в двойную, честно говоря, мне кажется, такой грубый шовчик, так как это подошва, вот, то мне кажется, она должна быть более гладкая. И так она сшивается, ну, как бы, это грубое как бы нарушение для ножки, не очень удобно. Но я вам скажу, в принципе, здесь, если делать вот так вот в одинарную ниточку, то получится довольно-таки аккуратный и гладкий шовчик для ножки, для детской. И так протяжками доходите до вот этого момента, где у нас было начало вязания. Вот, продеваете, ищите там, куда как вот воткнуть крючок, ниточки эти. Потом вденете где-нибудь в наше вязание. А здесь вот так вот в подошве тоже в одну стеночку, во вторую стеночку протяжка. В одну стеночку, во вторую стеночку. Снова вытягиваете петелечку вот так вот, в одну стеночку, во вторую стеночку, протягиваете петелечку в другую и так далее. Такими вот протяжечками сшиваем нашу подошву. Я думаю, в принципе, здесь ничего сложного. Если хотите, возьмите в иголочку вденьте кусочек нитки. Ну, честно говоря, мне так, в принципе, довольно-таки удобно.
Вот, дошиваете подошву, и вот эти ниточки вам нужно убрать с изнаночной стороны. Вот эту коричневую ниточку, если хотите, обрежьте ее таким, ну, побольше немножечко, кусочком таким. Ее на лицевую сторону выверните, и вот этот момент я вам сейчас выверну на лицевую сторону, покажу. Можете пришить, ну, как бы, вот этим кусочком коричневой ниточки, можете пришить вот этот вот, как бы сказать, загнутую часть лицевой глади, вот она у вас скрутилась красивенько. Хотите, пришейте. Ну, честно говоря, в принципе, я ее никогда не пришивала. Она у меня не, ну как, не ерзается. Не... В принципе, она так и держится, видите? То хотите, если я же говорю, кусочек возьмите ниточки этой коричневой и так немножечко приметайте кое-где. Но, честно говоря, я этого делать не буду. Поэтому я этот коричневый кусочек обрежу и тоже спрячу кончик. В общем, да, допришивайте вот эти вот части подошвы, сшейте подошву. И, в общем, наша основа машинки готова. И до встречи в третьей части.